Всем привет! Приехали на дачу, чтобы натянуть сетку от пруда, но заодно и поработать в саду. Последние дни апреля на улице тепло и приятно. Один клематис вылез. Красивый потом будет. А второй пропал, думаю. Сетку установили, пруд оградили, чтобы дети туда не попали. Муронька, ты что ты тут нюхаешь? Кошечка наша, что ты тут? Мяу-мяу? Да, пришла обследовать свои владения. Ну да, молодец, девочка наша. Мурочка. Зацвел ряд черешень в моем саду. Черешни здесь разные сортов. И желтые, и красные должны быть. Ну, в общем, разные. Надеюсь, в этом году будут какие-то ягодки, и мы поймем, что там, что здесь растет. Некоторые сливы зацветают тоже, вишенки. Лекси! 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 Лекси, иди сюда, девочка. Лекси, а вот эта слива уже отцветает.